вечер, друзья. Мы опять вместе. Вот. Живые, мертвые. Вот. Главное, что нас объединяет, это дружба и любовь к садам. Вот. Немножко грустная тема. Вам кажется, что тут не хватает еще одного человека? Кстати, представлю. Долматов Валера, Иванов Саша, ой, Латинков Юра, Железа Валера и Иванова Люда. Кого-то не хватает. Ну-ка быстренько глянем. О, теперь комплект. Вот теперь комплект. Вот. Николай Георгиевич Сергеев, наша гордость. Единственный человек в России, который соединил науку и любительское садоводство. Как это ему удалось? Талантище невероятное. Но почему это самое, такие люди не сидят где-то в президиумах академии? Я ничего понять не могу. Что за страна-то такая? Почему все перевернуто? Чем ты меньше понимаешь, тем ты выше. Вот. Чем ты лучше любишь сады, любишь людей. Вот. Отведено тебе скромное место в наших сердцах. Вот. Вот наш убыль. Удар по всем нам. Лучший из нас, Латинков, умер. Умер всего 2 с небольшим месяца назад. А мне до сих пор спрашивают. Я не зря начал с этого. Пусть грустная, но это такая грустно-лирическая тема. Это надо в стихах говорить о Латинкове. Вот. Это как праздник весны. А сейчас на улице весна, а его нет. Вот. Как-то даже навевает не... Теле мы это потомки тех мушкетеров, надеюсь, благородных. Вот. Наверное, самый благородный из нас это Латинков. Я так думаю. Меня все спрашивают, почему молчит гостевая книга, почему не отвечает, не заболел, еще не все знают эту страшную новость. Так уж сложилось. Сильно нас разбросала судьба, и теоретически, территориально и по жизни, отвечая на десятки недоуменных вопросов сразу. Да, Латинков умер, да, скоропостижно, да, самолечение, которое ему помогло в какой-то степени не дожить до хотя бы до средних сроков. Он младше меня на 5 лет. Вот. Спрашивают, что дальше? Кто поднимет знамя? Отвечаю, жена Галя подняла знамя. Вот. Свежий разговор. Константинович, я выполнил все обязательства, которые давал Юрий. Я сейчас занимаюсь, заканчиваю там прививки, что-то еще. В общем, продолжение следует. Есть такое. Вот здесь надо его написать. И продолжение следует. Вот так. Вот. Разговаривали по телефону. Она плакала, у меня в глазах слезы стояли. Ладно. Вот. И так получилось, что знаю Латинков не я один. Пусть это посмертные слова. Ну, давайте почитаем. Валерий Константинович, сегодня я простился со своим другом Латинковым Юрием Алексеевичем. Это Алексейка Алексей, его земляк. Память о нем останутся его дела, его работа, его, как говорит Растюхи. У меня почти сад состоит из его саженцев, подаренных им. Он делился бескорыстно всем, чем имел. Отсюда плодоносят подаренным абрикосы и персики, виноград, груши и яблони, привитые его черенками черешни. В них тепло его рук. Он часто бывал у него в саду. Как-то он от всей души угостил меня целым ведром абрикоса. Косточки я прорастил. Саженцы – это более 200 штук. Он также раздарил друзьям, а сейчас выставил парки за городом, на улицу, в деревне. Пусть растут и радуют людей. Добро порождает добро.